просто у меня хобби, удовольствие. Кто-то марки собирает. Антистресс. Вот есть эти пупырышки дают, а я лапти. Плести лапти я научился в селе Преображеновка Добровского района. Там бабушка Сухова Мария. Сухова Мария. А ей 90 лет, 91 уже. И вот она меня научила. Я к ней ездил года два назад. Мы с ней сперва пошли в лес. Там растут липы, ну, наверное, такие с руку. Там, ну, может, чуть потолще, потоньше. Ты с них сдираешь кору. Вот. Эту кору вот так котелками заворачиваешь, и сохнет она у тебя на чердаке или где там, в сарае. Потом, когда тебе надо, зимой, когда есть время, ты их размачиваешь в воде и ценуешь вот на такие вот лыки. Ценуешь, это что значит? Это значит, ты их, ну, видишь, они толстые, с корой с той стороны. Ты их делаешь вот такие тоненькие, чтобы они были тоненькие, как тебе надо, по ширине, по толщине, чтобы они были на твой размер лапти. И вот, ты их наценовал 6 штук на один лапоть, получается. И вот и начинаешь плести. Сперва сплел пяточку, вот, заделал ее, завел, потом пошел проплетку плести. Вот эта подошва, проплетка называется. Проплетку я вот сейчас заканчиваю, сейчас буду заводить носок. Делать носок вот как на лапте, как вот, на, допустим, вот на этом лапте, да? Сейчас буду... Потом следующее у меня пойдут ушницы делать. Ушницы вот сюда провести, обвязать их. Потом второй слой, где же у меня всего в один сплетено. Потом беру опять лыка еще и во второй слой прохожу. Потом беру лыка в третий слой прохожу. Беру веревочку. И прохожу еще потом веревка, если для особого укрепления надо. Летом они, соответственно, быстрее по камням, по песку, по, если вообще по асфальту ходишь, они быстро собьются, за недельку, может, там. За неделю? Конечно. Зимой подольше. Зимой вот бабушка говорила, что вот такие лапти мужики себе делали, которые моченцем укрепляли веревкой, а они могли и всю зиму проходить, потому что там снег, там, в принципе, мягко. Кого-то. А их, подожди, их прям вот, ну, на ногу зимой? Да, просто летом анучи вот эти вот, они там конопляные, льняные, какие-то такие. А зимой они шерстяные, сукно берут. То и сукном. Шерстяная обмотка, и вот этот лапоть. И ты ходишь всю зиму, у тебя нога мокрая, потому что снег попадает, тает. Но другой обуви не было. Только валенки? Ну валенки — это дорогая обувь. Они были одна на всю семью там, и все. И то даже не везде. Плясать. Вот мне как раз я рассказывал ребятам историю. Был я в селе Долгое, в экспедиции Донковского района. И там рассказывала бабушка, что вот ее дед плел лапти. И плясун был страшенный просто. Сплел себе новые лапти вот такие вот. Пошел плясать на мотанию и за вечер разбил их вдрызг. Все удивлялись, вот это плясун, вот это он в кураж вошел. Такое. Так что, видишь, и даже неделю могли не служить. Если в один слой вот так сплести, они достаточно быстро износятся. В сравнении с современной обувью преимущества они никакого не дают, потому что они быстро изнашиваются, долго делаются. Чтобы их сделать, нужно время. Почему они выигрывали раньше? Потому что для их производства мужику не надо было платить деньги. Он пошел в лес, взял лыка, сплел лапти и ходит в них. А сапоги, это надо их купить. Или забить скотину и заплатить сапожнику. Валенки тоже, не все же делали валенки. Это одна семья делала там на село, там на два села. Их тоже надо покупать, надо шерсть заготовить и это. И, то есть это вот такие моменты. Ну, у них, короче, один плюс, они бесплатные. В них один плюс, они бесплатные, да. Да. Ну их бывало еще, что делали кожаные, но это не у нас, а вообще по этнографическим, по археологическим этим данным, что... Могли вот так кожу нарезать и плести их кожаные и носить. Реально? До какого времени прям ходили в деревнях люди в лаптях? Ну вот бабушка, которую я учил, она ходила и продавала, она жила этим. У нее было такое домашнее производство, то есть у нее хозяйство, все, и плюс деньги она добывала, плела лапти, ходила в Колыбельское на ярмарку продавала, и по окрестным селам, Каликино, ну вот туда, докуда могла дойти. И не одна, их там несколько человек было. Ну, это в середине вот века, там, 60-е, все еще было. Все ходили в лапти? Да. Ходили, и реально ходили. Вот. Она же их продавала кому-то, причем бабам, которые там говорят, нам надо в огороде, нам надо ходить, давай, в них удобно. Потому что привычка, они привыкли в лаптях ходить, им удобно в лаптях. А нам, допустим, я вот одел их в баньку, там без обмотки, все они мне ногу натерли. Неудобно.
что их обматывать обязательно надо. Это тоже такой муторный процесс. Сперва обмотку вот эту, эту анучи сделал себе, замотал их. Потом лапоть одел. Это кочедык. Но это вот когда я сейчас вот... Вот я сейчас проплетку, она мне не нужна. На проплетке кочедык не нужен. Я сейчас головку заверну, пойду на второй слой. А на второй слой мне идти, чтобы мне вот эту подсунуть сюда вот. Она же так может не залезть, да? Я кочетыгом. Хаба! Поддел ее. Ага. И залезла. Все. На месте.